Сегодня мы будем тестировать новую пневмоподвеску фирмы RIF. Установили мы ее на пикап L200. Это комплект для лифтованной подвески. У нас есть два типа: для стандартной подвески и для лифтованной. Это для лифтованной подвески. Машина отлифтована рессорами категории B. Замерим сейчас расстояние на спущенных подушках, хотя эксплуатировать их полностью спущенными нельзя. Обращаю ваше внимание, потому что если их эксплуатировать полностью спущенными, то они просто-напросто прожуют себя сами. В общем, аналогия такая же, как с резиной происходит. Замерим расстояние на пустой машине. Машина пустая, в кузове ничего нет, установлен только пункт. Мы загрузили в L200 35 рессор, каждый, напомню, весит 27 килограмм, соответственно 945 килограмм получился, это даже больше, чем общая грузоподъемность автомобиля. Превышать, кстати, ее нельзя, и это карается строго правилами ПДД, так просто напоминаю. Общая масса разрешенного автомобиля не может превышать заявленных техпаспортов. Но мы для чистоты эксперимента нагрузили полностью кузов рессорами. Вот они у нас представлены. Сейчас мы замерим, сколько у нас получилось расстояние до центра колеса. Итак, расстояние до центра колеса получилось 55,5 сантиметров. Клапаны регулируем давление. Левая, правая сторона. Раздельный контур. Сейчас мы накачиваем пневмобаллон. Посмотрим, сколько давления у нас получится. Минимально в баллоне при эксплуатации должно быть где-то от 0,5 атмосфер. Полностью спущенный баллон эксплуатировать вообще нельзя. Ну вот у нас сейчас порядка 5,5 атмосфер в левой подушке. И уже 62 сантиметра, то есть мы вернулись к тому состоянию, когда у нас полностью пустой автомобиль был. Сейчас мы еще поддуем вторую сторону до того же давления и посмотрим, что получится. Такой же эксперимент проведем на Toyota Hilux. Здесь у нас, правда, рессоры стоят C-шки. На машине уже установлен доп-бак полный, пункт. То есть машина, как бы, в принципе, под использование как раз рессор C у нас уже заточен. И сейчас дополнительно мы в нее еще нагрузим. Те же самые 950 килограмм. Опять же, на полностью сдутых подушках, еще раз подчеркиваю, что ездить на полностью сдутых подушках нельзя. У нас 64 сантиметра по центру ступицы получается, ну, 64-63,5. Сейчас будем перегружать туда. Сейчас баллоны у нас пустые, надуем, посмотрим, какое давление позволит у нас вернуть подвеску в прежнее состояние. Рессора у нас прогнула, соответственно, на 5 сантиметров, то есть у нас сейчас 59 сантиметров. Накачаем сейчас подушки, у меня они расположены в задней части автомобиля, но мне показалось, что здесь удобнее будет, хотя вопрос спорный. И включение компрессора дистанционное. Итак, мы нагрузили машину и привели после накачки баллонов в прежнее состояние. То есть у нас как было 64 сантиметра, так и сейчас у нас 64 сантиметра, соответственно, надуты баллоны. Причем в баллонах здесь у нас получилось одинаковое давление. 2,7 атмосферы. То есть подбор давления под каждую нагрузку в каждой машине, он, в общем, индивидуален.
И так опытным путем мы установили, что пневмоподвеска позволяет нивелировать загрузку пикапа и добиться прежней проходимости геометрической при полной нагрузке.